Как поступают совершенно отбитые люди, вы увидели. А сейчас я вам покажу россиянку, которая намного умнее, чем ее сограждане. К слову, она школьница, но размышляет аналогичнее, чем 95% россиян. Самое забавное, что она беженка с Курской области, и в России ее считают предательницей только за это. А не боитесь, что вас будут в России считать предательницей? Будут. Уже. Так уже. То есть вы предательница, да? Да. В России сразу, как только узнали, что мы говорим, что нас не обижают украинцы, сразу считают, что мы предатели. Ну, как иначе? Ну, вы же правду говорите. А какая разница? Правительству все равно. И у меня нет варианта даже возвращаться в Россию, потому что мне сразу начнут приставать корреспонденты, возможно, даже ФСБ, я не знаю. А вы хотите выехать с бабушкой в Украину? Да, мы в принципе хотели, ну, я в принципе хотела в Европу поступать после этого года. Ну, я не знала, как, что там. А сейчас вот, если получится, то через, ну, с помощью того, что я буду в Украине, легче поступить в Европу. Я бы в школу пошла спокойненько, да хоть в Украине бы закончила.